Okay. Satnam and many blessings to all of you. Satnam и множество благословений вам. Мы подошли к завершению. Это заключительная сессия Sukhmani Challenge. Благословений каждому из вас, кто стал частью этого прекрасного мероприятия. Многие из вас, для многих из вас это очень новый Naad, новый звук. И к концу нашей сессии сегодня, после того, как мы закончим, пожалуйста, продолжайте. Один Naad Padi каждый день. И через 24 дня вы полностью закончите Naad Sukhmani. И после того, как вы будете повторять, вы примете этот Naad. И в конце нашей сессии мы вышлем вам. А сейчас давайте соединимся в нашем... в нашей позе, в нашем дыхании, в нашем присутствии, в нашем нам. Давайте сложим руки на центре груди, закроем глаза, закройте глаза и погрузитесь внутрь. Уделите внимание несколько мгновений. Следующие 40 минут мы будем повторять. Я буду разделять свое мнение и свое время и свое пространство для этого мероприятия, для активации Naad Sukhmani. Замечательно. Спина прямая. Спина прямая. Вы соединяетесь, выравниваетесь с космосом. Звезды начинают вращаться вокруг вас. Галактики начинают вращаться вокруг вас. Прекрасно. В этом понимании вдохните. And hold the breath. Задержка дыхания. As you hold the breath, и пока вы держите дыхание, я хочу, чтобы вы напрягли ваши ступни. Напрягите ваши ноги. Пупок внутрь и вверх. And lift your chest, и поднимите вашу грудную клетку, ваш сердечный центр. Поднимите слегка и напрягите ваши руки, ваше лицо, ваши глаза, ваш лоб. Напрягите ваш скальп и напрягите ваш затылок, и напрягите вашу спину. Сверните себя назад в спину. Сложите себя назад в спину. Замечательно. Держите внимание на вашей спине. И в этом понимании выдох. И еще один вдох глубокий. И задержка священного дыхания. И вновь напрягите снизу ваше тело, ступни, ноги, пупок внутрь и вверх. Поднимите ваше сердце. Напрягите ваши плечи, ваши руки, ваши ладони, лицо, глаза, лоб, ваш затылок и спину. Привнесите все ваше внимание в вашу спину, фокус вашего внимания в спину, в Sukhmana. Это центральный нерв, который соединяет нас с реальностью, четко по центру спины. Sukhmana, которая соединяет вас с непознанным. Замечательно, друзья, выдох. One more time, inhale. Еще один вдох. Hold. Задержка. Your feet, your legs, ваши ступни, ноги, напрягите, пупок внутрь и вверх, поднимите ваше сердце, and грудную клетку, напрягите ваши плечи, hands, руки, ладони, face, лицо, ваши глаза, глазные яблоки, напрягите их. Напрягите, напрягите ваш подбородок, челюсти, ваш скальп, ваш лоб, напрягите ваш затылок и соберите себя в спину, напрягите себя всего в спину, сожмите себя в спину. Мы почти закончили, и выдох. Держите дыхание на задержке, на выдохе. Дыхание на выдохе, задержка. Мы соединяемся с самими собой, с нашим присутствием. Держите выдох и напрягите ваши ступни, ваши ноги, пупок внутрь и вверх. Поднимите вашу клетку,
вашу, ваше сердце. Замечательно, держитесь. Напрягите ваши плечи, руки, ладони, лицо, глаза, челюсти. Сзади язык тоже напрягите, и небо, все напрягите, стимулируйте это пространство, эти специфические точки в теле. Это называется адхарас. Там, где ум может заикарить сам себя. Это якорение вашего ума, ваши глаза, ваш лоб, ваш скальп и подбородок. И всего себя сверните в позвоночник. И вдох. И выдох. Задержка на выдохе, ступни, ноги, пупок внутрь и вверх, поднимите вашу грудную клетку, напрягите ваши плечи, руки, ладони, ваше лицо, ваши челюсти, ваше небо, ваш язык, зад языка, напрягите зад, зад языка, прекрасно, и теперь напрягите кончик языка. Вы локализуете ваше внимание в каких-то местах, а сейчас мы приносим внимание к самому себе. Это инструменты для того, чтобы хлопнуть себя в пространстве времени и для того, чтобы быть в присутствии. Напрягите ваши глаза, лицо, лоб, щеки и уши. Затылок, напрягите зад вашей головы и напрягите спину, сожмите себя в спину и вдох. Последний раз, мои друзья, выдох. Еще немного выдохните, выдохните дыхание полностью, выдохните. Когда вы вдыхаете полностью и потом выдыхаете, три раза сделайте это, вдох, выдох. После того, как выдохните, задержка, ступни, ноги, пупок внутрь вверх, плечи, руки, лицо, ваши челюсти, язык, корень языка, кончик языка, небо и лицо. Глаза, напрягите глазные яблоки, скальп, лоб, затылок, и ваши щеки, и уши, и замкните себя, сожмите себя сзади в спину, всего себя в спину, в спину, в спину, в спину, и держите дыхание. Это сложно держать дыхание на выдохе. Причина, потому что когда дыхание задержано снаружи, мы идем к смерти. Еще держите, 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 держите. И вдох. И задержка. И пока вы задерживаете дыхание, когда вы его задерживаете внутри, никаких замков, никаких замков, просто расслабьтесь. Просто держите дыхание. Просто задержка дыхания. Когда вы задержите дыхание внутри, вы становитесь ближе к жизни. Это упражнение, задержка выдоха снаружи и внутри, это приобретение опыта двухполярности, дуальности, жизни и смерти. Вы един. Тот, кто внутри, един. Он между жизнью и смертью. Держите дыхание, мои друзья. Жизнь и смерть происходят в вас. Это происходит для вас. Вы там, где не находится пространство жизни и не находится пространство смерти. Ощутите себя между. Это называется присутствие, это называется я, это называется я. Оно никогда не приходит, никогда не уходит. Оно называется Аджуни, Сайбхан. Это самоосвещение, просветление. Держите дыхание и смотрите, что происходит, когда вы задерживаете. Разные ощущения, что-то происходит, что-то растворяется, что-то комфортное, что-то дискомфортное. Какая-то реальность внутри вас и снаружи вас. И ваши реакции внутри и снаружи. Они все сейчас модифицируются. По медицинским показаниям расслабьтесь, другие — выдох. Замечательно. Сатна. Откройте ваши глаза. Это простое упражнение, которое вы можете делать каждый день для соединения со своим «я», с самим собой, со своим присутствием. Если вы отметите, не делайте это долго, но делая это, ощутите присутствие, чувство «я», чувство присутствия, чистоты,
сидение, присутствие. Все зависит от вас, как глубоко вы пойдете, но что-то в любом случае изменится. Простое упражнение с дыханием, потому что дыхание — это вы. И когда вы изменяете дыхание, вы изменяете внутреннюю реальность и внешнюю реальность. Итак, мои друзья, давайте погрузимся в последнюю часть Нада Сукхмана. Над нашей Сукхманы. Мы сейчас откроем файл с текстом. So today we так сегодня мы входим в последнюю кошу. Мы будем повторять вместе, вы будете повторять за мной. Если будет это быстро, вы можете повторять звук хам. Когда вы будете... Вы можете использовать звук вахегуру внутри вас или пытаться повторять за мной. Вдох и выдох. Tan Guru Nanak, Tuhin Rankar. Tan Guru Nanak, Tuhin Rankar. Tan Guru Nanak, Tuhin Rankar. Saloka, Ji Jantao Ke Thakurao, Ape Vartanhar. Nanak Ko Pasreyao, Dujao. कहत रिसतार अष्टपदी आप कथा है आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जाति से पावा ता श्रेष्ठ उपाय अपने पाने लय समाय तुम ते पिन नाही किच होए आपन सूत सब जगत परोय जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखा तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस तजे अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरव रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जीअन पौ पात जो जो रचियो सो तिसे त्यात जिस पावै तिस लय मिलाय भगत करह हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मन्या करण हार नानक एक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न ब्रथी जाए सेवक कौ सेवा बनियाई हुकम बूझा परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर अंधन पूजह गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंदाओ गुण गावो हो प्रभ परमानंदाओ राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देहे का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का एह सुआव आठ पहर प्रभ पेखो नेराव मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा
Suni upadesa hirde basavaho man ichche nanak phal paavaho halato palato duilehu savar ram naam antar urtar pura gur ki puri dikhya jis man basa tis saach parikhya man tan naam japho livlaye dukh dard man te pau jaye सच वापार करहु वापारी दरगा निभा खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बाहुर नया वह जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए उपरे राखन हार त्याय निर्भव जपर सगल पौ मिटा प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टा जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पौचन हार सिर ऊपर डाडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्टा दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सोहोत निहाल ताके निकट नयावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टाहे नाव निदय अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहते नाद कहन न जाई अचरज विसमाद तीन देखे आओ जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन मह आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बसंतर माहे चार कुंठ तह दिसे समाहे तिस्ते पिन नाही कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख सस्य रसूर नखत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोला आप अडोल न कबहू डोला सर्व कलह कर खेला खेला मोल न पाइया है गुणे अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मन करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसै बार बियोही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत
kiya sab sat tis prabhate sagli utpat tis paavai ta kare bistar tis paavai ta ekankar anek kala lakhi na jaye jis paavai tis lahe milaye kaun nikat kaun kahiya dura ape aap aap bharpur antargat jise aap janaye nanak tis jan aap bujhaye sarb bhoot aap vartara sarb nayan aap pekhnahara sagal samagri jaka tana aapan jas aap hi suna aavan jaan ek khel banaya aagyakari kini maya sab kai mad alop to rah jo kich kehna so aapai kah aagya aavai aagya jaye nanak ja tis nanak ja paavai ta lai samaye iste hoye so nahi bura urai kaho kin hai kach kara aap pala kartut at niki aape jana apne ji ki aap saach tari sab saach ओत पोत आपन संगराज ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक एहु जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन 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 जन आया जिस गुरु जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह स्वाव जन के संग चित आवे नाव आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पैख सास सास सिमरह गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूड़ मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लियो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग बच परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजना पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंग बार नानक जिया का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एहु रतन सुनत कमावत होती उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर बए सबरे न अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव
आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानका निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसा सोहोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब ते ऊच पाए स्थान बहुर ना होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोय नानक जिस है प्राप्त होय खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपे मन कोए सब जुग में है ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलब देहे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन सह पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमणि and inhale и вдох and hold the sacred и задержка breath. Священного дыхания hold the sacred breath задержка священного дыхания hold the sacred breath. Задержка священного дыхания hold the sacred держите священное дыхание No locks, nothing. Никаких замков, ничего. Just hold the sacred. Просто держите священное дыхание. Beautiful.
прекрасно. Just hold your breath. Задержка дыхания. And exhale. И выдох. And hold your breath out. И задержка на выдохе. No locks. Никаких замков, ничего. And as you hold your breath out, и пока вы держите дыхание на выдохе, осознайте самого себя. Become aware of the eye. Осознайте свои глаза. Become aware of that which is beyond identities. Осознайте то, что находится между вне индивидуальности, что не имеет формы, не имеет цветов. Neither there, neither here. Что не является ни этим, ни тем. Which is all pervading. The eye, что все, то, divine, что все проводит, что проводит божественность, Бог внутри вас. И, друзья, вдох и задержка. И теперь, когда вы держите священное дыхание, я хочу, чтобы вы напрягли себя полностью. От пяток до макушки, с кончика ваших носочков до кончика вашего скальпа. Напрягите себя, задержка. И сожмите, и напрягите всего себя, и чувствуйте ощущение присутствия жизни, жизненности. Держите и сожмите себя, напрягите себя. Задержка дыхания, и вы сжимаете себя, напрягаете себя с кончика пальцев до макушки головы. Каждая клетка напряжена. Напрягите, пропитайтесь этим физически, ментально и энергетически пространством жизненности, с присутствием, со своим «я», с «ахам», с «апи-аб», с самим собой внутри себя. Держите, сожмитесь. Выдох. Hold the breath out. Задержка на выдохе. Hold the breath out. Задержка на выдохе. Hold the breath out. Задержка на выдохе, мои друзья. Будьте со мной, не двигайтесь. Мы идем к концу нашей сессии. Мы погружаемся глубоко в Наад, в направляемую медитацию. Просто следуйте инструкциям, не двигайтесь, держите дыхание на выдохе и сожмите всего себя, напрягите всего себя. Сожмитесь и напрягитесь с головы до пят. Напрягите всего себя, каждую клетку. Пропитайтесь этим, распространите вместе со своим присутствием. Включите ваше тело, ум и мир, что вы принимаете с присутствием себя. С присутствием апи-ахам, вне вашего идентификации, вне вашей персональной, это всегда было в вас. Это находится вне тела, ума и мира. Это называется «я». Зная это присутствие, сидя в этом пространстве самого себя, это называется самореализация. Атам-ям. Вдох, выдох. Hold the breath out. Задержка And дыхания. Once you have exhaled, I want you to just еще раз выдохнули. И я хочу, чтобы вы еще немножко выдохнули. Totally еще немножко выдохнули. Let go of life. Let go of life. Отпустите себя из жизни, выдохните полностью, выдохните, выдохните, станьте пустым. По медицинским причинам расслабьтесь, напрягите ваше тело. Specifically your face. Особенно ваше лицо, глаза, ваши челюсти, язык, кончик и корень языка, и ваш скальп, и спину, и все тело. Мои друзья, держите. И вдох. И когда вы полностью вдохнули, я хочу, чтобы вы еще немножко сделали три раза под вдоха. Три под вдоха. Когда дыхание задержано, но вы все равно немного вдыхаете больше. Много погружаясь в жизнь, вдыхая прану, вдыхая мир. Ощутите опыт мира, жизненности. Ваше дыхание задержано. Дыхание в задержке. Ваш опыт должен быть пережит в этой целостности. Не в пространстве лево-право, хорошо-плохо,
внутреннее или внешнее, every experience каждый ваш опыт must be whole. Должен and then you'll be able быть задержан. И вы должны пройти через все проблемы и весь опыт. We don't digest it completely. We don't accept it in its wholeness. Часто мы что-то не до конца понимаем. Задержка, напрягите всего тебя, себя, язык, глаза, выдох. Now, my friends, sit. Так, мои друзья, сидите, не двигайтесь. Don't move. Не двигайтесь. My friends, мои друзья, don't move. Не двигайтесь, глаза закрыты. You have obtained the merits. You вы have проникли, obtained the merits. Вы проникли в пространство чанта сукхмани. Now, my friends, сейчас, мои друзья, I want you to я хочу, чтобы вы сделали подношение этого внутреннего мира и спели этот нам Вселенной. Дайте это подношение, то, что вы получили, обратно космосу. Станьте пустыми, станьте пустыми. Я повторю, сделайте подношение, что вы получили, когда вы пели этот над. Дайте это подношение Вселенной. Beautiful. Опустошите себя, станьте пустыми. Now, my friends, прекрасно, мои друзья. Give your breath. Дайте ваше дыхание обратно Вселенной. Give it back. Отдайте его обратно. I offer my breath. Просто вы можете высказать намерение, что вы отдаете ваше дыхание космосу. Вы делаете подношение вашего дыхания космоса. Просто отдавайте, отдавайте, отпускайте. Теперь дайте ваше биение сердца обратно Вселенной. Отдайте ваше биение сердца Вселенной, обратно Вселенной. Мы вошли в пространство Сукхмана, Сукхмана, Сукхмани. Отдайте ваше сердечный пульс Вселенной. Now, my friends, сейчас, мои друзья, отдайте все благости, которые вы получили в этот момент времени. Отдайте это все Вселенной. Отдайте это все. Отдайте все, весь позитив, который у вас есть в пространстве времени, как подношение обратно Вселенной. Просто отдайте это, опустошите себя. А теперь отдайте всю вашу любовь, которую вы аккумулировали, которую вы приняли с первого вашего вздоха до сейчас. Отдайте это все Вселенной. Отдайте любовь обратно космосу. Прекрасно, друзья. Отдайте все почтение, всю благодарность, что у вас есть, которую вы накопили, которую вы приняли, которую вы давали или которая вам была дана кем-либо. Отдайте все это обратно Вселенной, космосу, как подношение. Как подношение. Мои друзья, тело не двигается. Отдайте все исцеление, которое вы получали когда-либо космосу, обратно космосу, ментально, умственно, намеренно. Отдайте все почтение, что у вас есть, что вы получили обратно Вселенной. Итак, мои друзья, все, что вы есть, хорошая часть вас, плохая часть вас, позитивное мышление, негативное мышление, оба. Обычно мы пытаемся быть позитивными, мы всегда пытаемся быть с одной стороны полярности, и поэтому никогда негативность не выходит. А сейчас в этом пространстве отдайте весь позитив и весь негатив, который вы когда-либо испытывали, обе эти полярности обратно Вселенной. Опустошите себя. Пусть это уходит. Все уходит. Так, сейчас, мои друзья, отдайте ваше ощущение прикосновения обратно Вселенной. Дайте ощущение прикосновения обратно Вселенной. Касание. Вам не нужно больше это чувство прикосновения. Просто верните его. Теперь отдайте обратно.
Отдайте себя сейчас Вселенной, обратно Вселенной. Вселенная дала все это вам как подарок, а теперь нам теперь время отправить это обратно как подарок Вселенной. Сейчас, мои друзья, я хочу, чтобы вы вернули ваш вкус, чувство вкуса обратно Вселенной. Обратно Вселенной. Сейчас, мои друзья, я хочу, чтобы вы вернули чувство запаха обратно Вселенной. Запах обратно Вселенной. А сейчас, мои друзья, чувство слышания, обратно Вселенной. Обратно Вселенной. Пять чувств обратно Вселенной. Именно через эти пять чувств вы даете рождение вашей реальности. Это пять утроб, через которые вы рождаете ваш мир. Вы отдаете это обратно. Вы возвращаете это обратно. И осознайте, что осталось. Сфокусируйте внимание на том, что осталось. Осознайте, что осталось. Всю персонализацию, идентификацию отдайте обратно. Это называется атма-гьян. Это самореализация. Это прямое получение, прямое опыт «я». Отдайте всю свою, верните всю свою персоналию, все ваши эмоции, все, чем вы являетесь, отдайте обратно. И это пространство называется шушмана. Бросьте пять чувств. Оставьте вашу идентификацию. Верните огонь обратно, землю обратно, воду обратно, акаша обратно и воздух обратно. Все ушло. И наблюдайте, что осталось. Это называется «я». Это сукхмана. Это пространство сукхмани. Первичное «я». Изначальное «я» ад-сач. То, что было до творения. Вы держите это в себе. Это было до творения. Вы содержите это, вы держите это, и это вы. И когда вы отпускаете все ваши галлюцинации, что вы создали и смоделировали миру, то, что остается, называется «я, мои друзья». Сидите с этим «я». Это абсат. Киасабсат. Абсат. Киасабсат. Киасабсат. Когда этот «я», который мы переживаем сейчас, когда это, когда этого нет, мира нет, вы знали об этом? Когда это «я» не здесь, нету проявления снаружи. Мир смешивает реальность. Эта реальность формируется из этого присутствия, из этого «я», из этого «я», что есть в вас. Я надеюсь, что вы со мной. Без этого «я», без этого присутствия, нет присутствия в мире. Позвольте мне проникнуть глубже. Если вы не здесь, опыта, который вы переживаете, внутри вас нет. Когда у вас есть это присутствие, вы даете рождение присутствию миру. Мир начинает существовать, тот, который находится прямо перед вами. И вы его видите, потому что вы его проявляете. Замечательно, мои друзья. Когда это «я», когда это «я» осознается, все осознается, потому что это идет отсюда, из сердца. И мир, сердце и ум понимает это проявление. И в этой реализации вдохните. И задержка. И никаких замков, никаких напряжений, ничего. Просто задержка дыхания. Все должно быть отброшено.
Become aware of that. Все уже отброшено. Осознайте то, что осталось. This is God in you. Это Бог в вас. This is your essential self. Это ваша истинная суть, сатнам. Это ваше бытие. Это ваше самопознание. Два состояния «Я». Сатнам никогда не покидает вас. Вы знаете, кто вы есть. Вы есть, и вы знаете, кто вы есть. Это никогда не покидает вас. Ваши эмоции, мир даже вас покидает, когда вы спите. Мир покидает вас, он растворяется. Но вот это знание внутреннее, бытие, оно остается, никогда не покидает вас. Оно называется сатнам и парабхум. Это называется «за» и «за» — это суть. И вдох, выдох. И в этой реализации медленно откройте ваши глаза. Сатнам. So this is a meditation of collapsing. Это медитация схлопывания, собирания в сукхмана или сушмана. Это пространство сушмана. For a blink of the eye, if you have даже когда вы моргаете, вы переживаете это состояние. Бытия, ваше состояние бытия без каких-либо отношений с внешним миром. Это чистое «я». Это называется ваше внутреннее суть, ваше внутреннее знание. Мои друзья, сегодняшняя сутра, в которую мы погружались, это очень мощная сутра. И гуру говорит, это реальность, здесь, это присутствие здесь. Я не являюсь телом или умом. Я не нахожусь в своем энергетическом теле. Эти три проявления — я, присутствие. Это присутствие, это тишина. Это здесь, в вас, в пространстве пробужденного состояния сознания, и когда вы спите, и когда вы в глубоком сне, это ощущение «я» никогда не покидает вас. Это всегда с вами. Это называется присутствие «я». Это называется присутствие самого себя. Это называется присутствие Бога. Ваша истинная природа. Это Бог, и Он никогда не покидал вас. Это так обычно, это так просто. Я просто хочу погрузиться глубже еще. У нас есть несколько мгновений. Это финальная, заключительная сессия, поэтому будьте со мной. Гуру говорит, когда эта реальность, это присутствие здесь, дает присутствие миру, без внутреннего нету внешнего. Постарайтесь переварить эту информацию. Вы знаете цвета, которые вы видите в мире? Цвета, которые вы видите в мире? Это семь цветов, которые вы видите в мире. Они не проявлены в мире, на самом деле. Вы знали? Вы видите семь цветов, потому что это структура вашего глаза. Вы понимаете? Семи цветов нет в мире. Семь цветов, которые вы видите, только потому что у вас структура глаза такая. На самом деле цветов больше. Кто знает, больше семи цветов или нет? Птицы видят реальность и мир иначе. Пчелы видят мир иначе, чем мы как люди, видим эту структуру мира в очень ограниченном состоянии. Вы знали, что мир другой? И вы никогда не увидите мир, как видит его пчелы, и пчелы не видят мир, как вы его видите, вы понимаете? Где же реальность? Чья реальность, чье переживание мира истинно? Вот в чем вопрос. Потому что все, что я вижу, мы, как люди, видим
мир таким, как мы созданы. А пчела видит мир иначе. Птицы ощущают мир иначе. Чей опыт? Истинный опыт. And that's why they call the world Maya. Именно поэтому мир называется Майя, потому что мы ощущаем мир и переживаем мир не таким реальным, каким он есть на самом деле. Это наша реальность, наше присутствие. Это импульс, который дает рождение миру. Which says, listen to this. Есть ученые, которые сказали, when you are not looking at the world, когда вы не смотрите на when мир, there is no seer, когда нет okay. наблюдателя, when there is no seer, когда нет наблюдателя, the world is black and white. Мир черно-белый. This is a scientific theory. Это научные данные. When there is no seer, когда нет наблюдателя, когда нет наблюдателя, the world is just мир black and white, because the просто черно-белый, потому что цвета, которые вы видите в мире, он не в мире находится, а в структуре ваших глаз. Все цвета — это не цвета мира, это цвета вашей структуры, структуры ваших глаз, потому что мир черно-белый. And what does the guru says? И что гуру говорит? The yogic teaching says, в йогических учениях no говорится, что нет наблюдателя. Okay. The yogic teaching says, в йогических no учениях seer, говорит, что когда, no когда нет наблюдателя, нет мира. The scientific theory says, ученые when говорят, there is no seer, there are no colors нет, there, нет наблюдателя, нет цветов, потому что цвета относятся к структуре нашего глаза. Кто знает, семь цветов или нет? Это мы видим семь so цветов. There, когда мы не здесь, there, когда no наблюдатель не здесь, world, и некого испытывать снаружи, оценивать мир снаружи, то мир черно-белый, гуру говорит. Когда нет наблюдателя, мир перестает существовать. Существование мира, реальность мира рождается отсюда. Когда я, когда я, это реальность, апсат. Присутствие здесь дает присутствие миру. Not just psychological world, you know. Не психологическому миру, а именно материальному миру. Гуру говорит, деревья проявлены, горы проявлены, реки проявлены. Гуру говорит, что это проявление, которое вы видите в них, это не проявление. Это проявление родилось из вас. Sorry, the I-ness here это is я. Birth to M-ness there. Not just psychological. Это я внутри дает рождение им снаружи. Это не психологические истории. You know, in the dream, you dream вы at night, во сне. Right? Вы спите во сне. In the dream, и во сне you have buildings. Вы, у вас in есть здания. Во сне you have mountains. У вас есть in горы. Dream, во сне у вас есть реки. In the dream world, во сне в мире снов, the world, сновидений. The buildings, the mountains, здания, горы, the rivers, реки. In the dream, во сне. Are made up of сделаны matter, you think, из материи, вам кажется. Во сне. Во сне здания, которые вы видите, горы, которые вы видите, вы видите их как будто они построены, сделаны из материи. Но когда вы выходите, когда вы просыпаетесь, вы понимаете, что здания, горы во сне не были сделаны из материи, они были сделаны из сознания. When you wake up, когда вы пробуждаетесь, when you are awakened, когда вы просыпаетесь, пробуждаетесь, you realize all these, вы осознаете, что все это, что вы видите в пробужденном состоянии, также сделано из сознания. Саб-гобинда. Саб-гобинда. Everything is consciousness. Все сознание. Все сознание. И сознание значит Бог. Consciousness. Because only God is conscious. Сознание. Только Бог осознан. Только Бог осознан. И ничего нет, ничего больше нет осознанного. Какая-то жизнь внутри меня должна родиться. И поэтому я и Бог, Бог и я один.
is being borrowed from this reality. И эта реальность снаружи, она рожденная из реальности внутри. And the reality of the mind is borrowed by the I, the self, the presence. Рождено из я, из присутствия я. Это сутра. Many times it's the self within the self. Это я внутри себя. Knowing that, зная это, все становится познанным. Знание и понимание этого называется пробуждение. Это так близко к вам, вы даже себе представить не можете. Все есть сознание. Веды говорят, сознание все... все проявляет. Гуру сказал карта пурк. Пурк, пурша. Пурша, да пурха, the consciousness. Пурха, пурша, сознание. In everything. Растворено во всем. Присутствует во всем. The purkha is infused in everything. Проникает во все. You cannot separate the purkha from его невозможно разделить. Карта из пурши. Пурша infused in everything. Проникает во все. Consciousness is infused. Сознание проникает во все. Knowing, что бы вы ни познавали, что бы вы ни ощущали, что бы вы ни переживали, любые вариации — это варианты сознания. Так же, как во сне. Вы не знаете во сне, но когда вы просыпаетесь, вы понимаете, что это был я, который играл в игры. When the self is awakened, обычно, когда я пробуждается, приходит осознание, что это я, тот, кто дал рождение этому миру. Не те мысли, которые мы создаем, не те эмоции, которые мы создаем. Вот эта физическая реальность, материя, это проявление, потому что проявлено я. Из этой полноты все дает, все рождается из шушмана, из сукмана, из присутствия себя, из шмана, когда ум не влияет. Туда нет входа уму. Это присутствие у вас, это пространство у вас, называется эконкар. Единство. Единство бытия. Присутствие у вас, присутствие во мне. Неужели это разное? Неужели это не одинаково? Вы создаете меня, я создаю вас. Я в вас, и вы во мне. Это часть мистики. Все, что происходит здесь, ничего не происходит там, не в будущем. Все здесь. Когда вы понимаете, когда вы знаете «я», вы знаете все. Это часть шушмана, часть шушмана, часть атам, самореализация, мои друзья. Это суть сукхмани. Я хочу, чтобы вы вернулись домой. Это направляемая медитация сукхмани погружает нас к касанию с нашей сути. Перед тем, как мы закончим, есть сутра в сукхмани, которая воспевает славу сукхмани. Позвольте мне поделиться этой финальной сутрой. What will happen if что произойдет, если вы будете повторять сукхмани? Это очень длинный, и гуру благословил это пространство. Сукхмани — это пространство. Это пространство, это присутствие, это Бог в вас. Сукхмани — это семя истинного Я, что не покидает вас никогда, ваша истинная природа, сатта, читта, ананда, знание, бытие и благословение. Сатта, читта, ананда. Мои друзья, гуру в конце этой сессии, мне нужно несколько еще строк. Гуру говорит, тот, кто вибрирует это пространство, тот, кто растворяется в этом пространстве. All his desires will be fulfilled.
все познается внутри вас. Знаете почему? Потому что суть этого присутствия, когда суть находится здесь, все происходит здесь. Когда у вас отсутствует присутствие, отсутствует истинное понимание. Это So that is one of the attainments. Гуру говорит, эмоции, внутренние болтовня, которые никогда... Голоса в голове никогда не счастливы. Гуру говорит, что когда они растворяются, они хотят выйти. Если вы хотите идти туда, они хотят идти туда. Если... И вы никогда не приходите туда и никогда не возвращаетесь обратно. И дальше происходит реинкарнация. Вы соединяетесь с тотальностью, вы смешиваетесь с истинным светом. Однажды... So that is the other gift that the Sukhmani. И еще один подарок Сукхмани для вас. Гуру говорит. Came sant, rid navanita. We talked about the inner peace. Мы говорили про внутренний комфорт, который не покидает вас, внутреннее я, которое не покидает вас. Это спонтанность. And the nine treasures. И девять сокровищ. Will be revealed to you. What are the nine treasures? Которые были с вами всегда, это сострадание, Love. Любовь. Devotion. Gratitude. Почтение, благодарность. Understanding. Realization will come to you. Тогда реализация приходит к вам. Вы знаете, что должно быть вам, что должно быть познано. Это сладость ваших речей. Ваша речь приходит с сукхмани, с этой тишиной. Вы становитесь кристальным. И гуру говорит, почтение, почитание, почтение. Когда вы почитаете себя, вы почитаете жизнь. Отношения с самим собой станут... Вы обретете отношения самим собой. У вас есть отношения со всем в этом мире, но вы никогда не... Вы редко имеете отношения со своим внутренним присутствием. Взаимоотношения с самим собой — это одно из девяти сокровищ. The Buddha's mind and success. Сознание ума, success. успех. Еще одна из девяти. Vidya, tap, yoga, prabhatyana, knowledge. Знание. Wisdom will be given to you. Мудрость, которая будет дана вам. The wisdom of the psychic fire. И мудрость психического огня будет дана вам. Digestive fire. Есть пищеварительный огонь, есть интеллектуальный огонь и есть психический огонь. Мы не имеем доступа к этому обычно. И если мы получим доступ к психическому огню, если мы не имеем опыта получения психического огня, то мы не можем выйти за наши эмоции, за нашу... Когда у вас разжигается психический огонь, у вас сгорает карма. Тапа. Когда вы повторяете сукхмани, джапа становится тапой. Тапа, психический огонь, тап, сжигает вашу карму. И когда карма сожжена, дхарма рождается. And then the guru says, гуру говорит, and then the wisdom of yoga и тогда мудрость йоги станет доступна вам. Мудрость йоги будет доступна вам, и дхьяна. Что и дхьяна будет доступна. Йога и дхьяна — это не что-то, что вам нужно, что мы делаем. Мы делаем крии, мы делаем медитации, мы делаем дыхательные упражнения, но мы не делаем йогу. Никто не делает йогу, вы знали?
Йога — это цветение, расцвет, единство существа Йо, вселенское единение. Никто не делает йогу, никто не обучает йоге, никто не учит йогу. Мы делаем крии, мы поем мантры, мы делаем медитации, мы делаем асаны, мы делаем дыхательные упражнения, но никто не делает йогу. Йога — это цветение, расцветание вашего истинного Я, что является единством со всем, с каждым опытом. Вы соединены со всем этим, и тогда реализация приходит. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли это. Мы немножко перешли за время, но я надеюсь, вы со мной. Единство всегда здесь. Вы знаете, если кто-то спросит вас взять ваш палец и положить на какой-то объект, на стол, например, и когда вы дотронетесь его, палец that на столе, sense of knowing, вы почувствуете right? знание. The да? sense of knowing, знание. The sense of knowing, ощущение знания. The recognition, осознание. Where did that happen? Did когда это произошло? Где это произошло? Это произошло снаружи или внутри? Внутри. Когда вы смотрите, где видение происходит, снаружи или внутри? Внутри. Hearing, когда вы слушаете, где слушание происходит, снаружи или внутри? Внутри. Все происходит внутри. Но это внутри, это не здесь. Это внутри везде. Это пространство йога, вы знали? Вы в единстве, вы не можете отсоединиться от любого опыта. Карта Пурк, Пурша распространена везде. От моргания глаз до восхода и заката солнца, до движения галактик. Это называется йога, это происходит. Но вы не осознаете этого, потому что вы осознаете себя в этом уме и теле. Я могу пойти глубже, мои друзья. So essential, you have never been ваша истина, вы никогда не отделены, вы никогда не были отделены от вашего истинного Я. Ум и тело создает пространство и время, создает проявление, создает имя и форму, нама и рупа. И вы локализуете, уменьшаете себя самого. Это мудрость, которую Сукхмани дает. Осознание дьяны и йоги внутри. Мои друзья, следующее сутра. Гьян срест утам иснан. The highest sacred bath. Высшая священная часть. The sacred bath will be bestowed upon you. And what is the sacred bath? When your aura is clear. Священное рождение, когда оно это происходит, когда аура чиста, когда аура очищена, когда аура сияет, сверкает, Naad проявляется внутри. А память, которую вы держите, психическая память, которую вы держите, все это локализовано в вашей истории. Когда это будет растворено, это будет высшее. And the Guru says, char padartha kamal pragas. The four treasures сокровища станут доступны вам. Char padartha is dharma, artha, Кама и мукша. Very deep, but I'm just cutting it short. Очень глубоко, но я стараюсь коротко. Дхарма значит, we don't have a path. We are pathless. Путь. У нас нет пути обычно. Мы не знаем, что такое путь. The first gift the Sukhmani will be, you'll find your path. Первый подарок, который вы получите, вы начнете, вы найдете ваш путь. Как я вижу, как я говорю, для чего я здесь? Это дхарма. Вы найдете свой путь. Этот путь придет к вам. Это высший подарок. Найти дхарму. Следующий. Значение вашей жизни, миссия вашей жизни. У нас очень много разных значений. Все под контролем разных вариантов. Social media, социальные сети решают, каким вам быть. Вы не знаете самого себя, вы потеряны в этих вариантах.
Артаха, you will find a meaning to your life. Артаха, вы находите смысл вашей жизни, вы начинаете жить вашу жизнь. Это не эгоистическое, это внутреннее цветение сути в вас. Not everything that I'm being exposed to is real. I know this real, and this reality gives birth to that reality. So я, когда я знаю эту реальность, то это дает, то это дает рождение реальности снаружи. Вы будете знать, что именно для вас хорошо или плохо, правильно или неправильно, именно для вас. И все наслаждения. Вы должны испытывать все в этой жизни для того, чтобы познать. И каждое наслаждение будет дано вам. И следующая сутра прекрасно называется мукша. Это You will have the pleasure. У вас есть наслаждение, но у вас также есть доступ выйти за пределы этого наслаждения. И вы перестаете быть потерянными в этом наслаждении. Вы становитесь, вам становится возможность испытывать реальность такой, как она есть. Это называется мукшаха. Это четыре сокровища. И лотос в вас начнет цвести. Наш лотос, чакры, сейчас закрыты, они идут вдоль позвоночника. И это означает цветение лотоса. Чакры, наши лотосы начинают раскрываться. Это происходит спонтанно. Я вам просто даю очень важные, главные сутры Сукхмани. Мои друзья, мы благословлены читать этот наад. Не останавливайтесь чтение этого наада. Всего лишь 3 минуты в день. Следующее. Inner beauty. Внутренняя красота и мудрость недуальности. Мудрость недуальности. Адвайта. Брамкабета. Это когда вы осознаете единство существа. Мы говорили об этом. И Гуру говорит, правильное видение. Правильное видение. У нас есть часть, у нас есть смотрение, у нас нет видения. Когда видение будет доступно вам, божественное видение, вы будете видеть единство божественного, всего мироздания, единство, и этот опыт реальности называется Бог. И сутра говорит, каждый, кто будет повторять этот наад, каждый, кто будет повторять этот наад, будет благословен. И последний. Всегда, когда мы повторяем, мы повторяем последние три строчки три раза. И тангуру нанак духи дранкан тоже три раза. Это открывает сакральное пространство. Это ключ. Всегда должен быть ключ. Это ключ для того, чтобы открыть пещеру Наад. И Сукхмани — это внутренняя пещера. И вам нужно пропеть эти строчки три раза. И последняя сутра. Таки собавани нанак эхи гуна нама Сукхмани. Attainment of the highest state, which is the высшее достижение высшего сознания, осознание десятых врат. У нас есть 9 врат, 7 на лице, и еще две двери внизу, и 9 дверей. Наше рождение — это получение. Все, что мы есть, это принятие и отдача через эти 9 дверей. Это познанное. И когда активируются 10-е врата, находятся на макушке вашей головы. Четко по центру вашей головы есть священное пространство, где Сукхмана заканчивается. И мудрость звезд втекает в вас. Пранический пульс проникает в вас и дает опыт жизни. Это пространство, высший уровень.
the highest state. Выше so уровень. They will be revealed. Он станет доступный they will enter. Для этого священного пространства. Это будет задержано внутри вас в секретном пространстве. Это подарки Сукхмани. Каждый, кто будет читать, получит эти подарки. Есть гораздо больше, но так как у нас время, уже я поделился с вами главными сутрами. Итак, мои друзья, это была большая честь для меня сделать передать вам, представить вам Сукхмани. Повторяйте это, пойте это, продолжайте это. И будьте уверены, что-то изменится. Я повторю, один ашпади в день. 24 дня, и вы закончите Сукхмани. Вы можете 3-4 читать в день ашпади. И произнося это, мы даем все наши дары Вселенной. Любой наад, это важно отдать его обратно как подношение. Мы не оставляем это с собой. И когда мы отдаем это как подношение, Вселенная возвращает нам в 100 крат. Благословений вам, мои друзья. Пойте этот наад. Наслаждайтесь этим наадом. И сейчас, мои друзья, я хочу, чтобы вы сложили ваши руки в центре груди и глаза закрыты. И я хочу, чтобы вы вдохнули. И пусть это дыхание будет дыханием космоса. И держите. И отдавайте это обратно космосу, выдох. И еще один вдох. И задержка, и пусть это дыхание будет дыханием Гуру Рамдаса. Задержка. И отдайте это дыхание обратно, выдох. И еще один раз вдох. Задержка. И пусть это дыхание будет дыханием космоса и Гуру Рамдаса, и Вселенной, единства. И это ваше дыхание сейчас. Я хочу, чтобы вы отдали это дыхание обратно космосу, выдох. Сидите смирно. Вахгуру ji ka khalsa, Вахгуру ji ki fateh, Satnam. Satnam. Благословение вам. I would like to thank the whole team. Я хочу поблагодарить and manifest this space for us. Я благодарю каждого, кто был с нами сегодня, Деви Кирин, и это была ее идея, это была ее идея, Сукхмани. So it just manifested. И это произошло. И у нас был испанский перевод. И Аджай Псинг, русский перевод, это я, Рабия, для того, чтобы помочь пространству быть. И всем, каждому эта мудрость вошла в ваши поля, в ваше поле. Я могу продолжать говорить, но мы должны заканчивать нашу сессию. Но перед тем, как мы уйдем, я бы хотел дать вам знать и представить новую прекрасную программу Naad. Naad, прекрасный Naad в ваше поле. Из моего сердца я делюсь этой мудростью с вами. И я надеюсь, ваши сердца готовы принять эту мудру. Мы начинаем курс Код Naad. Что значит Бог into a singular frequency. Naad. Вселенная. Бог проникает через Naad во все. Мы будем познавать Naad через Бога. И это одна вибрация, которая началась с
большого взрыва. Именно когда произошел большой взрыв, Наад начался. И все, что есть, все творение, которое было, есть и будет, оно... это ритм священного дыхания. Это вселенная, я, вы, обезьяны, собаки, кошки, камни, кристаллы, познанное, непознанное, все имеет разные частоты, творение, проявление. Все есть частота. Эта частота приходит и уходит, рождается и растворяется. Но это вселенная, этот Наад, который состоит, из которого состоит все творение, он всегда находится в этом творении. В простом языке мы называем это творение, созидание и разрушение. И этот звук, который происходит в вас, вы никогда не были без этого звука. Вы были, может быть, без чего-либо, но без этого звука вы не были. Этот звук может быть услышан. Этот звук может быть испытан. Это называется правое... Это называется путь правого уха. Правое ухо. Путь сунья. Путь традиции, которая дается вам через правую сторону, через правое ухо. Мудрость. Вы здесь. Вы осознаете это, и это дает рождение внутри вас. Мы будем познавать Наад, который внутри нас, который всегда присутствует у вас. Инструменты и техники, которые будут, они будут направлены для того, чтобы услышать этот Наад в разных формах. Мы откроемся разным слоям. Это растворение в сознании. Множество слоев, слоев и слоев нам нужно преодолеть. Здесь есть пространство, в котором все услышано. Это мудрость Наад Брам. То, что у вас уже есть. Я просто скажу вам, как открыть дверь. С благословения Гуру, по милости Гуру. Это не моя мудрость. Это мудрость мудрецов, гималайских мастеров. Тех, кто говорит нам, тот, кто сидит нам, тот, кто вдыхает и выдыхает нам, шабд. В этой традиции гималайских мастеров я делюсь этими сокровищами с вами. Всего 4 дня, за которые вы обучитесь одной простой вещи. Когда вы будете изучать простые вещи, жизнь станет простой. Your mind's power over you will become less. Когда вы познаете этот Наад Брам, ваше... You have negative thoughts, you hear the Naad. Вы будете слышать Наад. Come. И вы не захотите говорить, и вы будете... The realm of the mind. И вы выйдете из пространства. И, мои друзья, я предлагаю вам, приглашаю вас сидеть рядом со мной, испытывать этот прекрасный опыт кода нам, Шабд Брам. Благословение всем, всех, мои друзья. И Деви Кирин, если хочешь что-то сказать. Да. Сатнам. Спасибо каждому, Йоги Джи. For this за этот Sukhmani challenge. Yeah, so much received. Да, очень много получено и очень много будет продолжать происходить. Я очень благодарна каждому за это присутствие. Итак, друзья, я хочу поделиться флаером, анонсом, видимо, в чате. The code of Naad. So here are all the details. Мы видим code of Naad.
это курс, который был уже на русском языке, но он будет повторяться, и вы все знаете, что каждый раз пространство йоги Амандипа разное, и этот, эти классы будут проходить 16, 23, 30, 6 июня. А Сукхмани челлендж был за пожертвование. Вы можете оставить ваше пожертвование на PayPal, Making of a Yogi. Ссылки есть в нашем сангате русскоязычном. Вы можете их найти. Если у вас проблемы возникают при оплате, вы можете написать мне, Аджай Псинку, все средства, которые вы пересылаете мне, я отправляю все без остатка мастеру. Вы можете подписаться на страничке мастера, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук. Все видео будут доступны Сукхмани Челлендж в Ютубе, и все пожертвования, которые они будут направляться Йоги Амандипу. И если у вас есть потребность личного общения с Йоги Амандипом, чтобы он вам дал практику личную или духовное сопровождение, вы можете написать на почту, если вы знаете английский язык, либо мне, Аджай Псинху, для того, чтобы я организовал как-то возможность перевода. И ждем всех на код нам. Если вам интересно, напишите тоже нам. Благодарю всех, кто сидел, всех, кто пел хам, всех, кто... Всех благословений вам и всех, кто не смог прийти и не смог петь, всех благословений всем. Пусть Гуру Рамдас, Господин чудес, чей дом находится в священных истинных первоначальных водах. Это король Радж-йогов, тот, кто соединяет познанное и непознанное. Это священное сердце Матери Земли. Пусть Гуру Рамдас, Тантан Рамдас Гур, Джин Сриятине Сварья, Пури Хуй Крамат, Абсриджин Харитарья, Сикхиете сангати пар брахмакарна вискарья, атал адхаху атолиту тира антана парабарья, джинни ту севия паукар сету ту парутарья, лаблоб кам крод мухмар кадде ту саппарварья, тансу тира тхане сач тира пескарья, нанак тум лехна тум хай гур амр тум вичарья, гур дитха таман садарья. May Guru Ramdas bless all of you. Пусть Гуру Рамдас благословит всех вас здоровьем, благополучием и процветанием, и высший подарок — это подарок Сукхмани, это дар Сукхмани, дар Наад. Благословение вам, Сатнам.